И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима, Покемон, Серега и Енот. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Всем привет! Привет, ребят. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. А мы будем устраивать... Кстати, наверное, Димон, не битву аниматроников, а просто будем убегать без оружия, да? Да. Тогда. Да. Пора ну все. Димон сегодня у нас отвечает за то, чтобы аниматроники были мощные, быстрые и умные. Классно сказал? Да, круто. Сейчас, короче, ребят, повеселимся с вами. Сейчас аниматроников понаставим и будем от них убегать вот вчетвером. Давай, мы ждем. Все готовы, все заряжены, ноги у всех быстрые. Да, у Балди, смотри, какие кочерышки торчат. У него, у тебя палки, ладно, ногами их назвать трудно. Да я могу быстро бегать. Так, все, ребята, готовы. Я запускаю. Отряд самоубийц. Все, убегаем. Это первая волна, она будет легкая. Она легенькая. Из пяти... Короче, Димон... Тестируем, где они могут бегать, где не могут. Крутецкая карта. Ребята, ставьте лайк, если хотите, чтобы на этой карте мы записали прятки. Мы запишем по всей комнате, не только в доме. Чтобы на полочке можно было запрятаться. Кстати, под столом там ящики тоже можно прятаться. Так что, с вас лайк, с нас классный ролик. Да. Я думаю, что ты сказал комнату? Я думал, ты ошибся. На самом-то деле, мы, ребят, находимся на карте вот комнаты. Ну да. Мы очень маленькие, мы телепиздрики. Блин, Димон, я думаю, что ты сказал комната? Добавляй аниматроников. Так, что-то они не добавляются. Эти. Они иногда так. Горят или не горят, не понимаю. Все, все, началось. Во, больше. На 6 аниматроников продолжается, мы все будем сильнее убегать. Димон, ты видел так. В гараже, какие там тачки стоят? Наверное, самые топовые. Давай, Димон, да? Дома посмотрим, а то мы бегаем. Они в дом зашли, ребята! Не-не-не-не-не, мужики, о, выходите, я занят. Прикол. Чика застряла. А, тихо. Они второй этаж могут. Тут бот! Димон, они прям по дому ходят. Вы чего? Чика стоит! Прикинь, они по второму этажу даже ходят. Во, ребята! Они, короче, на лестницу попали на лестницу, короче, поднялись ко мне. И, короче, и за мной побежали. Чика, отвали! Чика, ты как так вообще можешь делать? Так нечестно. Сережка у нас слился. Блин, тут сложно, смотри, она прям ходит. Блин, жесть, Димон, это классная карта! Они прикинь, вот даже если на лестнице. Они по всему твоему второму этажу будут бегать. Все, я не могу ходить. В доме не убежишь от них. Тут баллон бы. Отвалить, я хочу. О, я пойду в бассейн, О, в гараж. Ложки. Короче, я открывал гараж. И Фредди по столу меня по голове. Раз. Я вижу, там стол валяется. Димас, я за тобой прям. Давай, Димон, будем их по кругу водить. Ага. Только так долго все равно не получится вводить их. А почему? А потому что они нас все равно как-нибудь докружат. Вон, смотри. А, смотри, Фредди в лесу застрял. Мужик, выходи. Эти, кстати, нельзя взять. Ой. Даже. О, я в туалете посижу здесь. Здесь так хорошо. Давай. Я перестаю дышать. Блин, страшно, кстати, по дому так ходить. Они же могут реально залететь сюда как-нибудь неожиданно. Они толстые, они не проходят. Зарабасы. Какие четыре? О! Чика, чего? Они на второй этаж зашли ко мне. Я здесь стою. Караулит. Караулит меня тут около двери, не дает выйти. Все хорошо, Димончик, я тебе не помогу. Ой, я тебе помогу. Стекла бронированы, спасите! Пикачушку! Блин, Дима, спасай меня! Отвлеки его, Димас! А где ты? Подожди! На втором этаже тут меня, короче, не пускают. Иду, Диман. Тут очень опасно, здесь их везде и много. Все, я уже. Я здесь, Димон, я здесь. Придется ее удалять. На втором этаже аниматроник, короче, он меня караулит, я не могу выйти. А тут я вижу, я стою сзади него, мужик. Стой. Это откуда дверь-то взялась? Так, усложняем эту третью волну. Давай, добавляем много. Добавляем, короче, вот таких вот ребят. Во-во-во-во-во-во, это уже хорошо. Ребята, они уже нам, теплее. Короче, ускорят. Давай спринтрапов. Так я и спринтрапов поставил, смотри назад. А, во, я их не увидел, извиняюсь, сразу не увидел. Видишь, да, теперь армия такая прям. Ух, о, я могу в дом зайти. Покусает нас. И закрыть двери. О, я в гараже, под стеклами. Мужики, там не холодно у вас, все хорошо? Серега, давай слазь с крыши, опять читеришь. Давай, Серега, слази, не ссы. Диман, заходи так, ко мне в гараж. Подожди, лесная погоня, у нас лесная братва за мной идет. Я иду к тебе. Давай, гараж, я тут дверь открыл, жду тебя. Только я сзади.
С этого черного хода заходи. Дебас, спаси меня, Дебас, беги, Дебас. Так закрой двери. Да не, с другой, сейчас нас с другой стороны присанут. Да никто не придет, смотри. Все, мы в безопасности. Здесь... Серега, дверь закрывает сквозь... Ай, закрытая дверь. Димас, мы точно в безопасности? Смотри на это происшествие. Но они нам ничего не могут сделать. Димас, ты уверен, что мы... Ну ты сейчас удалишь стекло. Жопа труда. И по мне топчется, по новым ногам балди. Это, Димас, это все ПРП, они стекло выломали просто. Кстати, такое возможно. Они били-били, трещины полупили. Даже один аниматроник, он сломает это стекло. А тут их миллион было. Не знаю, там штук 10 точно было. Диман, куда бежишь? Я с тобой. А я это просто тут... Бежим, пацаны, просто бежим. Енот вас не успел, енот не спасся. Енот, бывает. Смотри, за нами толпа. Классно идем. Хорошо, спасаемся. Башка, башка, Димас. Ой-ой-ой, блин, я не увидел ее. Хорошо, пацаны, зомби... Ой, аниматроник апокалипсис. Мы убегаем, за нами все бегут. Ой-ой-ой-ой, они нас реально окружают. Может найти заброшенный город, где они будут бегать, будет прикольнее? О, да, кстати, можно неплохо так повеселиться будет, по заброшкам побегать так. Так, все сделаем. Что-то знаешь, Димас, как-то это... Да, давай больше. Давай... О, все, меня слили. Ты завтыкал, ты просто взял и обошел немножко в сторону. Так, давайте очистим карту. О, точка появилась. Все, эта волна закончилась. Приступаем к четвертой волне, то есть приступаем к ФНАФу из четвертой части. Давай. И сейчас будет реально жара, Димас. It's okay. Ой, а что они позастревали? Кто-то там тоже, да, сейчас спавнит, помогает мне. Да. Молодец. О, бегут, бегут, бегут мужики. Так, Димас, я поставил еще кошмаров, а они невидимые, когда издалека. То есть, а я вижу что-то... Никого не вижу, понимаешь? Я понял, что ты поставил их. Классно. Мужики, я тут. Так. Димон, ты где? Беги, 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 ты сможешь, я в тебя верю. Ты тоже спасайся. А я могу Бенни хопить задним ходом. О, Димон, смотри, куда я могу запрыгнуть, не могу. Ага, давай. О, кошмар! Кошмар! Ну нафиг, отвали! Ого, Димон, он быстрый очень. Я тебе говорил. О, смотри, Димон, на меня, где ты? А, блин, опасно реально здесь ходить вообще. Давайте помогу Фокси. Я Супермен! Захватили. Я слышу, слышу, кого-то жрут прям. Прям нажираются. О-о-о. А кто там в доме? Съели, Димас, меня. Сожрали меня полностью. Так. Я бегу, Димон. Их очень много. У меня, кстати, FPS просто. У меня 20 FPS. Что за говно? У меня, кстати, у меня нормально, в принципе. А-а-а, так, я, Димас, на втором этаже. Заныкаюсь тут. Я летаю. А, за мной аниматроник. Ты не пройдешь. А чё они стоят? О, не можете сюда пройти, да? Вот это кипиш они подняли. Не можете пройти. Друзьяшки. А, кто взорвал? Я взорвал. Блин, вот это землетрясение. А, тихо, тихо, тихо. Они что, живые остались? Да. Цветок, спасибо. Да ладно. Да стоп, сон прописать, у меня звуки зациклились. Меня цветок не спас, но он спасет. Так, а нет, это они не зациклились, это они ломают все тут постоянно. Димас, я тут... Ай-яй-яй-яй-яй. Вот теперь точно все, да, Серега? Да. Нет, тут еще они живые все. Да еще живые. А, ничего не вижу, у меня кровяк. Вот это мы мясо устроили, бегали без оружия, и в конце все... Ого, мне стульями бьет в доме. Вот это класс. Просто минус дом. Чё ж живые остались? Да вы шутите. Да не может такого быть. И кто-то ставит. Так, давайте, короче, последнюю волну сделаем. Давай, Димон, такую жесткую, чтобы тяжело было прожить. Ну, это, короче, я так понял, марионеток надо ставить. Блин, ну давай. Давайте все на крышу тогда. Я на уже крышу. На крыше, ты как сказал, марионеток, я так, уже сейчас, что? Короче, туман тут уберется, вот это все. Да-да, ждем, ждем. А кто-то уже ставит, я слышу. Серега. Вижу, точнее, перед своим экраном огромную бошку марионетки. У меня тоже. Значит, все. Означает, что это, Димон?
что пора нам прыгать и умирать. Раз, и два, убирать. Три! Кто дольше проживет? Я или Димон? Или я. Бежим. Они в доме. Я живой. Повсюду. Беги. Енот что-то говорит, но мы бежим все равно. Так, Димас, мы с тобой вдвоем остались, соревнуемся. Есть, Димон, давай, кто дольше проживет, ты или я? Давай. Я или ты? Я бегу. Ребята, я победил. Круто. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.